Привет, девочки! А чем вы это занимаетесь? Что это у вас за коробочки такие интересненькие? И так много вы их здесь наготовили? А мы это тебе приготовили, мой Тойс Пинк! Мяу! И это сюрприз! Точно, давайте все дружно! Сюрприз! Ой, спасибо большое, так неожиданно и очень приятно! А это тебе, мой Тойс Пинк, для полной твоей коллекции! Ну все, мы пошли, не будем мешать, пойдемте! Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу! Приятной тебе распаковки! Потом рассказывай нам, понравилось или нет! Привет, девочки-красавицы и мальчики-красавчики! Как интересно, столько сюрпризов наготовили мне куколки Лол! И мне очень интересно, что же там спрятано внутри. Посмотрите, такие коробочки симпатичные! С сердечками, с каждой стороны разные куколки Лол! А наверху розовая бумажная стружечка! Давайте, пожалуй, с этой упаковочки и начнем, посмотрим, что здесь они спрятали! Убираем всю эту бумажку, и внутри... А, какой-то подарочек! Интересно! Ну-ка... Распакую. Ну, куколки Лол. В золотой коробочке. Это же Скейтер-бой. Мальчик. Мальчик из второй волны шпионов. Ну-ка, достанем его. Он такой симпатичненький. С зелеными глазками, желтой соской и голубенькими трусиками. И интересный ракет у него посередине. Little Скейтер-бой. Здорово. Спасибо большое, куколкам Лол. Уберу бумажечку обратно и посмотрим, что спрятано в следующей коробочке. Эти коробочки все одинаковые, посмотрите, с разными куколками и сердечками. LOL Surprise. Итак, что же здесь они мне положили? О, шарик голубенького цвета. Посмотрим, что здесь. А внутри, ребята, сюрприз-пакетики. 1, 2, 3 и 4. А еще лупа, подсказочка, инструкция. Шарик и звездочка. Future Star, будущая звезда. Тоже это интересно. Цепочка. О, смотрите, эта куколка мне тоже не попадалась. Это, ребята, Little Yin BB. Ну вот я не знаю, это мальчик или девочка. Может быть, будет понятно по аксессуарам. Итак, о, шапочка наполовину белая, наполовину черная, которая символизирует инь-янь. Эта шапочка точно ему большая. А вот у нас буклетик из первой волны. И здесь видно, что это девочка. Маленькая девочка Инь-Би-Би. И последний пакетик. Ой! Ботиночки на высокой платформе и на высоком каблуке. С беленьким носиком и беленькими бантиками. А сзади черные бантики. Одна туфелька и вторая. Вот она, будущая звезда. И у меня теперь две новые куколки. Ой, они мне так много коробочек сделали. Посмотрим, что в следующей. Так, а здесь шарик с маленькой сестренкой. Сразу уберу. Первый слой. Ой, и подсказочка. Пламя и стрела, которая попала в цель. Хатшот, горячий выстрел. Посмотрим на шарик. И он, ребята, у нас золотой. Ах, девочки, постарались. Я думаю, что здесь тоже куколка, которая мне еще не попадалась. Давайте проверим. Золотая цепочка. Красный веер с голубым бантиком. А с другой стороны цветочки. Ветка сакуры. Что у нас в следующем пакетике? О, какая сумочка! Блестящая, тоже с цветком. Красного цвета, а ручки голубенькие. И сама куколка, кажется, вот здесь. Так. Неужели это Кавайи Квин? С голубенькими блестящими волосами и красными блестящими трусиками. Так и есть, маленькая Кавайи Квин. О, какая красавица! У меня уже 3 новые куколки. И осталось у меня еще 5 коробочек. Если честно, сюрпризы получать очень приятно. Итак, посмотрим, что здесь. Еще шарик. Опять какая-то интересная куколка. И подсказочка. Хатшот, тоже горячий выстрел. И здесь, ребята, шарик тоже золотого цвета. Класс, сейчас посмотрим, кто попался здесь. Что это здесь такое большое? Посмотрите, огромное просто. Ну-ка, черная шляпа с бантиком сбоку. Но с такой шляпой мне куколка еще не попадалась. Черные туфельки-мокасинчики. Большой пакетик. О, кто это такая красавица? Черноволосая, волосы блестящие. Это Little Shimon Queen. У нее золотая сосочка, блестящие трусики или подгузники. Белая перчаточка и белые носочки. Маленькая красавица. И последний пакетик у нее. А здесь цепочка. Ну, эта шляпка для нее точно велика. Как же интересно выглядит ее старшая сестра. Даже Скейтер-бой удивился. Ну и шляпа. Посмотрим другую коробочку. Что у нас здесь?
Опять шарик, только розового цвета. И здесь еще что-то есть. Ну-ка. О, стикеры на Хэллоуин. Ой, обожаю такие. Со смешными привидениями, сладким яблочком, трик-о-трит, конфетки, летучая мышь. Бу. Ой, какой паучок. Ой, а это что? Beach is my bay. Пляж — это мое пристанище. Маленькая серфер-бейб здесь еще как оказалось. А, это коллекционная карточка. Ну, дают куколки Лол. А там еще что-то есть, посмотри. Ну-ка, что здесь еще? О, Шопкинс. Коробочка с конфетами. I love you. И это не простой Шопкинс, это Heart Seekers. Здесь нужно искать сердечки. Наверное, крышечка открывается. Что здесь у нас? LOL. Спасибо, куколки. Супер. А что за куколка, интересно, внутри? Сейчас проверим. Так. Цепочка. Туфельки. Белые босоножечки с черными попошками. О, какие они милые. Еще что? Сумочка. Черно-золотая со звездочками и полумесяцем. И маленький пакетик. Здесь, наверное, и есть куколка. Проверим. И такая мне тоже не попадалась. Это маленькая Witchy Baby. Поэтому здесь были стикеры на Хэллоуин. И поэтому, наверное, куколка-серфер говорит Bay, Witchy Baby. О, так мило. Отличные подарки. Три коробочки остались. Давайте начнем с боковой. Так. О, что это такое? Бумажку сразу уберем. Так, что здесь упаковано? О, это горка? Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу. Это горка, чтобы кататься на скейте. Ю-ху! Точно, как удобно. Посмотрим, что еще здесь спрятано. Так, еще один шарик, только голубенького цвета. Ну-ка, ну-ка, что здесь внутри? Какая здесь куколка попалась? Оп, белые ботиночки с черным носиком. Интересно. Цепочка голубенького цвета. О, сумочка. Тоже черно-белая. Это тоже инь-янь. У нас уже есть инь-би-би. И нам как раз нужна была янь-кью-ти. И я думаю, что она здесь, ребята. И вправду, вот она. Тоже такая симпатичная. С белыми волосами, с черными прядями. С белыми подгузниками и карими глазами. А мы ее подсказочку не проверили. Тоже глобус и звездочка. И тоже будущая звезда. Вот какая компания, ребята, у меня собралась. Теперь у меня есть и маленькая Кавай Куин, маленькая Шимон Куин, маленький Ин Биби и Ян Кьюти, маленький Скейтер Бой и маленькая Witchy Baby. Я всех собрала. Кто же тогда, интересно, спрятался в последней коробочке? Давайте посмотрим. Бумажка, леденец, голубенького цвета и шарик. И подсказочка. Так, что здесь написано? Клевер и чертик. Lucky Devil. Счастливчик. О ком это, интересно, идет речь? Ну-ка проверим. О, инструкция. Что за сюрприз в пакетике? Так, очки в белой оправе. Я знаю, это для кого? Это же скейтборд. Для нашего мальчика-скейтера. Значит, это он надевает такие красивые очки. И еще один пакетик. А здесь цепочка. И горка как раз для него. А теперь, ребята, интересно проверить, меняют ли эти куколки цвет. Итак, маленький скейтер-бой в холодной водичке меняет. У него появляются красные волосы. И ракет становится красным, сосочка темнеет, красная маечка и подгузники у него синего цвета становятся. Красавец! А если опустить его в теплую водичку, то все это исчезает. Проверим, что делает Witchy Baby. Опустим в холодную водичку, и она меняет цвет. У нее появляется черный комбинезончик, красные перчатки, звездочка на одной щечке и волосы такие оранжевые. Звездочка на одной щечке, а на другой полумесяц. Хи, так интересно. И в теплой водичке это все исчезает. Маленькая Кавай Куин в
холодной водички, и она меняет цвет. У нее появляется какое-то кимоно, и на щечке цветочек. И в теплой водичке это все исчезает. Ин-би-би в холодной водичке. Ничего не происходит. Но она не меняет цвет. Добавила еще льдышек. И нет, все равно не меняет. Ах, как жалко. А в теплый? В теплый меняет цвет. Вот в чем дело. Волосы светлеют в теплой водичке. И трусики становятся инь-янь. Вот оказывается в чем дело. И в теплой водичке все это темнеет. Девочка Ян-Кью-Ти, а она наоборот. Волосы у нее становятся полностью черными. И подгузники инь-янь. И если опустим в теплую водичку, волосы у нее светлеют. И подгузник тоже. Осталась Шимон Куин в холодной водичке. Шимон Куин еще как меняет цвет. У нее появляются туфельки черные, черные лосины. И кажется, все. И в теплой водичке эти туфельки вместе с лосинами исчезают. И вот, ребята, она у меня вся коллекция второй волны шпионов. Little Shimon Queen, Little Yin BB, Little Young Cutie, Little Wuchei Bebe, Little Splatters, Little Snow Bunny, Little Skater Boy, Little Oops Baby, Little Miss Jive, Little Daring Diva, Little Bebe Bonito, Little Scribbles, Little Sweet Princess и Little Buddy. А еще, ребята, я хочу поделиться радостной новостью. Наконец-то у меня появилась куколка Kansas Cutie. Как же я ее хотела. И вот, ребята, посмотрите. Вот она, красавица! Какая же она симпатичная в таком платьишке, с блестящими серебристыми ботиночками, в гольфах, с веснушками и сердечком на щечке. Ободочек у нее с бантиком и кружечка. Теперь, ребята, у меня вся коллекция Underwraps. Все куколки первой волны Underwraps у меня есть. А подарила эту замечательную куколку мне мама и дочка с канала Игрушки Лайф. Этот канал также про куколки Лол. Обязательно к ним зайдите, посмотрите. Я встретилась с мамой этого канала здесь, в Нью-Йорке. Мы с ней гуляли по Централ Парку. Она очень добрая, красивая и замечательная. Обязательно зайдите к ней и подпишитесь. И, как всегда, своих куколок я люблю позаботиться. Проверим, какой сюрприз у Kansas Cutie. Накормим ее. Так. И посмотрим, что она делает. О, она плачет. А теперь искупаем ее в холодной и теплой водичке. Итак, в холодной водичке она меняет цвет, мне кажется, ее надо раздеть. Смотрите-ка, у нее купальник или он уже был? Посмотрим на ее личико и волосы. Нет, что-то не вижу. А в теплой водичке? И в теплой она остается такая же. Если бы я ее не раздела, я бы не знала, что она в купальнике. Такая симпатяшка. Ну а если вам понравилось со мной так играть, ребята, то скорее переходите со мной в следующее видео. Папа уже ушел. Куда все подевались? Ну где же вы? Спрятались куда-нибудь? Мы сейчас растаем, закрывай скорее. Ой, извините. Ну и дела. Теперь я не только животных умею понимать, но и льдышек. О, а это что еще такое? Ну-ка, ну-ка. Консервные банки? Откуда они здесь? Опять, наверное, что-то папа делал. Смотрите, какие интересные консервные баночки появились у Блайз на кухне. И к тому же еще она потеряла питомцев из маленького зоомагазина Little's Pet Shop. И что-то мне подсказывает, что эти питомцы спрятались именно здесь. Итак, первая такая баночка. Здесь уже нарисован питомец. Неужели именно он попадется? А вот какие они бывают. Кошечка Пончик, собачка Пицца, собачка Хот-дог, обезьянка Банан, птичка Ананас, кошечка Сэндвич, собачка Тако, черепашка Клубничка, осьминожек Френч Фрайс и кошечка Суши. Вот интересно, неужели здесь черепашечка? Один пакетик и второй. Посмотрим. О, и вправду, это черепашечка с панцирем в виде клубнички. Что? В консервных банках спрятались питомцы? Да, именно так. А еще и с каким-то аксессуаром. И здесь, ай, ободочек. И две ягодки-клубнички. И вот, ребята, еще буклетик с питомцами третьей серии первой волны. Вот они, которые в консервной банке попадаются. Большие, средние и миниатюрные питомцы. Счастливая дюжина. Эти питомцы попадаются в мини-упаковочке из двух сюрпризов. Слоник. А это космические питомцы. Их мы тоже уже открывали. Интересная черепашечка. А где, интересно, Пеннилинг? И Зоуи? Давайте посмотрим, кто еще здесь попался. Хотя мне не кажется, что здесь может быть Пеннилинг. Опять сразу видно, кто нам попадется. И это обезьянка в банане. Как всегда, два сюрприз-пакетика. Первый и второй.
О, какая миленькая и хорошенькая обезьянка. Хвостик у нее крючком и банановый костюмчик. Он такой хорошенький. Какой-то аксессуар у него здесь. Шапочка. В шапочке эта обезьянка еще смешнее. Похоже, как будто бы это чешуйка, а вот это вот сам банан. Отлично замаскировался. И у него здесь еще что-то есть, ребята. Конечно же, маленький бананчик. О, маленькая крошка, как тебя зовут? Банана. Привет, банана. О, чудесно, кажется, я вновь начала понимать питомцев. Ну-ка, проверю. Тук-тук-тук. Пенни-линк, ты здесь? Наша Блайт такая чудесная, что она понимает всех питомцев. Посмотрим, ребята, кто это ей отвечал. Оп. Хи. Это котенок. Ну-ка, ну-ка. Хоп. О, вот он хорошенький. С зелеными глазками. В костюме сэндвич. И во втором пакетике газировка. А еще огуречек, который можно надеть на одно ушко. Что это происходит с питомцами маленького зоомагазина? Какой-то маскарад? Или вы испугались моего папу и решили притвориться продуктами? Ха? Мяу! Почему притвориться? Я и есть сэндвич. А я клубничка. Я банан. Интересно, кто еще нам, ребята, здесь попался? Какой продукт? Интересно. Это собачка Тако. Вот они, два пакетика. Хоп. И вот собачка. О, такая хорошенькая. В симпатичном костюме. И с аксессуаром. Кусочком лайма. И что здесь малюсенькое? О, мини-тако. Какой же ты очаровашка. Я бы тебя прям съела. Уф, угощайся, тако, угощайся. Спасибо. Как вкусно. И последняя, ребята, консервная баночка. Так. Это бульдог. Ну-ка, ну-ка. Маленький щенок в кусочке пиццы. И второй пакетик. Это что, коробочка? Да, коробочка для пиццы. Хи, она должна надеваться ему на ушки. Ну-ка, она открывается. А здесь настоящий кусочек пиццы. Его можно положить вот сюда, закрыть и надеть ему на голову. Такой смешной. Ну вы, ребята, даете. Не беты, а настоящие продукты. А мне нравится быть бананом. А мне пиццей. Пойдемте спустимся в маленький зоомагазин, и вы там вновь сможете стать обычными зверьками. Наверняка Пенни-Линк и Зоуи уже там. А вам, ребята, понравились такие костюмчики у петов? Скорее напишите в комментариях. А также, какой именно вам понравился. Ну все, пока-пока.